Есть такая профессия – Родину защищать. И вы сделали сегодня еще один шаг к тому, чтобы наша страна была могучей, сильной и всегда могла постоять за себя. И точно такие же сегодня сидят в зале наши гости. Если вы будете согласны со словами песни, которая сейчас прозвучит, выходите и вставайте в один общий строй. Строй военмеховцев, который и в тяжелую годину в 1941 стал на Лужском рубеже, защищая наш город. Строй, где военмеховцы находятся на посту главных конструкторов и вооружения нашей страны. Поэтому, если вы со всем тем, что сейчас здесь будет говориться, согласны в песне, смелее вставайте в строй. В строй военмеха.